A 25-year-old young woman has been killed, and a 59-year-old man has been seriously injured and put in the ICU after Ukrainian forces launched an unmanned aircraft, or drone, over the village of Shirokaya Balka and dropped a grenade on their street. Now, this is the third civilian to be killed in the last month. This is our continuing coverage of this horrific event. This happened at 1800 last night. The head of the Donetsk People's Republic, Denis Pushilin, has said that the international community needs to stop Ukraine from targeting and killing these civilians. The Donetsk People's Republic will respond with the most stringent methods. And now we're going to see this video here from after the attack and an interview from the mayor of the Gorlivka and a doctor that treated the man. Приходить пан Сергійович, голова города Горлок. Большому сожалению сегодня. Около 2 часов назад противник с беспилотника сбросил два ВОГа, попал в район пасеки. В этот момент на ней работал мужчина 60 лет и девочка 26 лет. Девочка, к сожалению, в больницу не довезли, скончалась по дороге. Мужчина получил проникающее ранение легкого, головы и кожного покрытия. Он, его жизнь в опасности. Тищенко Николай Петрович, старший объектный хирург сегодня по больнице и по городу, заведующий отделением, городской хирург. По поводу сегодняшнего случая поступления к нам гражданского лица, получившего минно-взрывную травму в районе Широкой Балки. Гражданин 59 лет в районе Широкой Балки, с его слов и со слов доставившего его гражданского тоже лица на своем транспорте. Объяснили следующее, что примерно где-то 15 часов, ну около 3 часов, 15.00, из беспилотника, который прилетал над ними, был сброшен какой-то предмет, который взорвался возле них. После взрыва данный гражданин был его соседом доставлен на машине в наше отделение ургентное, хирургическое, горбольницы номер 2. В тяжелом состоянии. У этого гражданина ранения множественные, осколочные, туловища, спины, в частности, шеи, головы, проникающее осколочное ранение грудной клетки слева, малый гемопневмоторакс, ранения сквозные, осколочные правого плеча, шеи слева и множественные слепые ранения спины, правой руки и левой руки. Все это по задней поверхности. Больной прооперирован. Больному произведена первичная химическая обработка множественных ран туловища и конечностей. Задренирована грудная клетка, поставлен дренаж. По дренажу сейчас отделяется незначительное количество крови. Данных за повреждение других органов в настоящий момент нет. Он будет находиться у нас на лечении в реанимационном отделении, так как есть элемент контузии в результате взрыва вот этого неопознанного
объекта, который был сброшен с беспилотника. Какие-то прогнозы по состоянию здоровья? Стабильно, тяжелое. Гемодинамика стабильная, больной пришел в сознание полностью, адекватно отвечает на вопросы, ориентирован в пространстве и во времени, жалуется на боль просто после операционных ранах.